И всем привет, меня зовут Макс Риск, мы продолжаем, могу так сделать, кстати, ну даже вот так вот, ну в принципе так более-менее экран по большому счету выше. Музыка немножко потише, вам видно? А, так более, если так сделал, да? Слушайте, если так сделал, сейчас ждите, как направить, то меньше экран захватывает, если так, то больше. Так что давайте так. Выбираем, вот видите, статистика уже начинается, то есть уже началось второй день, тоже второй день, там одна пропала, кстати, это у нас третья карта, потому что мы не играем. И вот, друзья, война. Так, значит, о, мы с ним Тима, а помните, да, что я договорился с ним. Так, мы, значит, с ним враги типа то. И что я тут вижу, тут уже расстрел уже пошел. Расстрел, так скажем, тут уже горизонты. Ну, так скажем, не так уж сильно война, но я вижу, что чувак на нас нападает. Это уже 28 войск, нормально. Так, это через 12 минут, то есть пока что отлично. Там уже, так скажем, боевой дух у них 30-ка, на них ихняя база. Там у нас 9 смертей, у них тоже 9. Вообще-то через 7 минут можно подкрепление, так скажем. Хай идет в подкрепление. 1 час. Должны ускориться. Так, мы вроде бы в альянсе, да? Вот, видите. Офигенно. Так, вот это наш напарник теперь. Франция, да? Франция, Испания, да, Франция. Прикольно, это у нас. Вот, это еще третья. Ливерпуль. Его так зовут, значит. Если еще здесь нет. Ну вот что они еще воюют. Сразу воюют. Окей, в принципе. Ну сначала да, нужно воевать. Это тоже вам гайд. Такой обычный. Слушайте, а он прокачан, у него 21 войск. Так он захватывает. Ну окей. Как мы все. Ой, а это кто такое? Я понял. Этот чувак сюда пошел. Он тоже воюет с ним, то есть будет с ним война даже. С этим большим мальчиком. Кто? Блин, дело дрянь. Ладно, кусочек я тут оторву. Потом кусочек я тут вот начинаем. Мы с ним пока что тим, но я захвачу, чтобы не было вот что только. Вот. Так, вот. Посмотрим отчет, что у нас тут. Получение торговли, предложение торгового предложения за Западной Литве предлагает Ember for Ember. Получение торгового предложения, получение канализации. Вот что интересное. А кто это создал? Я создал, что ли? А нет, я вступил. Ра. Франция, Великобритания. Франция, Великобритания. Построй корабли, будет чеки. Так вот. Что такое? Трюм, приними, да? Товар Эмброта. Ах, а что за Западная Ливия? Какая-то страна. Это? Западная Ливия. Война? Кто с войны? Ну, с этим война. Да, с этим. Так, кто с ним мир? Опа нам. Великобритания сказала ему тут с ней, да, я понял. Личку сообщили 2 раза. Западная Литва. Ты хочешь мне? Торговля Эмбера. Это штука, как она называется? Торговая эмбарго. Ваши войска отправляются, открывают огонь только по вражеским армиям, пытающимся вторгнуться на вашу территорию. Торговля на бирже невозможна. Я это не буду предлагать, потому что хочу торговаться. Хай да, хай на газете там будет скажет. Я отказываюсь не торговаться, и репутация упадет у него. Так что нет. И нет. Все понял, да? Газеты, напишите мне там. Франция будет оправлены солдаты. В ближайшем времени в США и из Франции будут оправлены солдаты. В США и Франции будут оправлены солдаты. Лондон. Спасибо. Окей, напишу. Thank you. Это я знаю английский. Окей.
Открыть игрока. Что это такое? Переслать. А, окей. Значит, нам ты войска говоришь? Да ладно, может быть такого пройдем войскам. Ну ладно, он не показывает карту. Так, мы захватим это все, да? Дальше я пролагаю пока не с дома сидеть. Храм нападает сам, тут у нас ничего такого сильного нет. Я думаю, с ним даже не Нью-Йорком будет мир. Угу. Что еще тут? Новости почитаем, да, в принципе. Хотя мне тоже новости. О, Великобритания нуждается в железе. От этого, да, Великобритания. Так, а я занимаю 28 место. Скоро Россия уговорю. У меня 51 очок. Ну, да. 28 место. И сколько там? О, показать всем. Ну. Макнуть сколько. Половина почти. Ну, на первом месте, как я понимаю, самый сильнейший это у нас вот эта страна Франция еще. Поэтому за Францию, Россия, ух ты. Великобритания нуждается в железе. Из-за сильнейшего увеличения экономического роста в Великобритании стала нехватка железа. А на мировой рынке на данный момент железа слишком мало. Поэтому, если кто-нибудь хочет выгодно продать железо, свяжитесь со мной. Это сообщение написал, да? Железо, да. Мне как раз железо и нужно. Так, значит железо. Угу. Биржа. Значит, купить железо. Дороговато, так скажем. Бах! Сразу помещение, сразу покупать нужно. Подороже. Хорошо. Цена большая, так скажем. Давай приезжаем до продолжения. Покупайте. Я продаю. Железо, как говорят, да? Пару штук. Да, 6.3. Кусок там стоит 12 хай будет. 12.0. Не, нет, мало вообще. Давай. Ну, в общем-то, можно 15. Точно 15.1. Точка 3. Ой. 15.3. Подожди. 15. Ну ладно, хай 15. Средняя стоимость 1.4, да? А железо. Ну вот, железо продаем. 651. 600. Вот так вот. Не, ну, можно нам не экономику сначала, да? Чем просто торговаться. Вот то там. Ты не сможешь поторговаться, потому что ты не прокачанный. Так. Значит, нажимаю вот где-то вот. Нашел одно. Местечко, так, крепость. Ну. Зерно не хватает, в принципе, железо, да? Казарма. Зачем нужна казарма? Чтобы выбрать вырубовка пехотов. Но это важнее, чем крепость, войска важнее. Поэтому дерево и железо. А, дерево и пшеница. Такой самый экономный ресурс. Пшеница и дерево, так скажем, купить. Ну, сколько хочу, Я забыл как-то. Так, сколько вы хотите? 1500. Да блин, многовато, слушай. Я железо только хочу тратить. Так, казан. А железо так бурмурант. Окей, в принципе. На. Прокачаем. Но я тоже хочу узнать, что делать. Ресурсы. Так, меняем расположение. Ой. Вот это будет нормально. Все. А чего? Так нельзя? Можно, конечно. Тактика рабочая, Макс Риска. Это будет секрет наш, друзья. Ну, смотри ролики, думаю, почему бы нет, не рассказывать про это. Порт. Производство ресурсов. На 20% минус время погрузки, повышение боевого духа. Мне нравится производство ресурсов. Следующий уровень, мощь-то будет больше ресурсов, да? 104. Ну это перебор, конечно, с деревьями. Подкачаем крепости пока что. Станем очень мощной державой. Это, ух ты, а что такое? Кто идет сюда? Великобритания, а мы с вами как там? Наблюдатели? А че у вас все войска идут туда? К Франции, я понял. Тима.
Вечно не тянется. Окей, тут уже война чья-то. Тоже не знаю, почему мы даже этой стороны. Я не хочу атаковать пока. О, я захватил! Ебу, где газета? Газета, покажите новости. Я не тебе показал новости. Вот я. Так, значит, как мы называемся? Вот это вот. Мы 9000 потратили войска, а он 10 тысяч. Один солдат, 1000 войск. Это самое, ну, захват. Значит, мы их захватили, отлично. У нас бомбардировка типа того. Войнушка. Так, это я, да? Так, крепость построена в... И что построено, блин? Че повторяете лично? Пользуюсь. Крепость построена... Блин, все палите. Не, ну, зато мы сильны, кстати. Да, кстати. Тут уже сильная война, слушайте. Тут война какая-то. Какая война сейчас такая сильная? А, у них война, между прочим, такой цвет. Не война, да, значит, там какой-то вообще мясоруба, что ли, блин. Не, с Россией, да, что ли, значит. Подождите. Франция? А, значит, вы с ней воюете, да? По полным ходом будем. А мы только там немножко, так скажем. Так, ну что, мы захватили? Пункт призыва, чтобы было больше войск. Это классно, что мы захватили. Так, пацаны, если мы захватили, то что-то нужно выдумать. Как насчет... Ага. Разделение войск и нападение. Так, давайте разделим, как-то можно. 10 штучек уже. 10 войск. Хай отправляется сюда, вот сколько будет? 3 часа. Блин, прям 24 часовой. Часовой, блин. Патруль. Ну, зато у нас сильная команда, коллекционеры, типа там. Вот он все круто. Нью-Йорк. Ну, с тобой кинем. Она будет какая-то интересная. Я помню, когда я вообще захватываю эту кусочку. Этот чувак вообще будет сильно мне задавливаться. Он был самый сильнейший чувак. Что, он захватил, что ли? Нет, еще нет. Он сюда захватил. Она такая, она здесь. Чёрт, вот он, чат есть. Задурский. Ага, к раунду. Интересно. Значит, смотрите, нужно изучить врага. Боевой дух 51, боевой дух 25, то есть у нас уже ран индивидуально. Постройка, я построил уже казарму, пункт призыва. Столицу маловато хотят. Ой, железо тратить, черт. Железо тратить, нет. Я не согласен на железо. Блин. Наблюдать за этим. Бывают такие даже. Не ожидал такого. Так, ладно. Тут что? А войска у них 67 духа. У нас, конечно, 68. То есть можем одолеть, в принципе. А я дождался подкрепления, чтобы не тратить войска. Так, смотри, какой у них там пункт. Нефть. Ну, в принципе, продать нефть — это бизнес. В принципе, если бы захватывать кучу раз, то смогу одобрить там всякие там пункт призыва, неважно. Максимум сколько человек можно нести? 100 людей в один отряд. Ну вообще бесконечность, было бы интересно. О, война. Я бы хотел узнать время прибытия. 40. Ну все меня. В общем, как они, да, вместе. И я должен рисковать. Давай. Нефть. 27 минут. Марш. Бросок. Превышает скорость марша на 50%, но движок штраф. 5 очков боевого духа в час. Это, конечно, плохо, 5 очков. Пойдем, давай. А что так? Там и там битва. Разгромим его по полной программе. Ну, в принципе, можно, кстати, по полной программе. Стой. А у нас потом нападет завтра. Вот чувствую, что он завтра нападет у нас, поэтому нужно подготовиться. Железо.
2к еще буквально немножко. Экономить как-то. Купить железо. Ох ты, юмор, ценники дороговатенькие, слушайте. Я за такому продать. Бизнесмен. Железо, дерево. Я уже на дерево. Давайте по бирже. А именно по ресурсам. Так. Железо нам уже важнее. Будем так же самое так делать тактику этого. Фух. Вот такая тактика. Там. Капец, желез давай нам. Мы будем продавать, сколько там. Важнее тут еще узнать, сколько продавать. 6, блин, полцены прям режут. А тут вообще дико мало. И вообще 105. Кстати, да, можно что-то тут замутить. Вот, например. Подобавлять. Тут сделать нефть поменьше. Ну зачем? Ой, уголь поменьше сделал. Ну, в общем, так как-то так вот. Дело дрянь, как понимаете, да? Дело дрянь, рыба. А, так стоп. Блин, забыл про это. Тактика. Она рискованная. Но все это используют, так что, друзья, используйте тоже. Не жалейте. Все, у нас больше пшеницы, можно уже не париться насчет этих пунктов. Скажу, ждем рыбы еще призвать на коней, приконьте его коней. Так он здесь точку остановил, этот чувак точку здесь снимет, сколько нефти там. Ладно, друзья, вот что, продолжаем следующие ролики. Всем за просмотр, всем удачи и пока. Лайк, подписка, закреплен комментарий, есть там ссылки. Вот так мы выглядит пока что карта. Вот так мы захватим. А не в этот кусочек, а я, наверное, сам здесь будет управляться. Посмотрим. Но я учусь, а то, что могу справиться. Тем более можно встретить, какой у них там боевой дух. Первый, значит, новичок он. Третий. Ну, с третьим мой какой сейчас. Но явно не мощный. Но у меня 28-й. Так что я геймер. 28-й. И 5-й уровень. Так, давай для этого чувака. 5-й уровень, помните? 6-й. У меня было 28-й, у меня 12-й. Я не знаю, как это прощаться. Возможно, кто много играет, получает опыты. А кто много играет и побеждает как-то, то получает еще ранг какой-то. Или капитание. Ну, игрок. Ну, понятно. Всем за просмотр. С вами Макс Риск. Всем удачи и пока. Война продолжается. В принципе, можно еще туда отправить 2 секунды. Как вам такая жилька? Ранено, нападет на меня вдруг. Лучше где-то на базу где-то построить, где-то здесь давай. 53 минуты. Так. Тут никого нету, кстати. Никого нет на стояка. Окей, я только сказал, что кто же брать. Что он тоже не пугался, так скажем. А помочь с этим. 2 часа, о. Все. Может даже пол оставить там армию. Да не, нормально. Один тут патруль делает и вся рыба. Нарыбалчит. И все нормально. Железо. На замочек тут, потому что доступно в следующие 10 дней. Нужно подождать дни еще. Да я наберу дров. Поэтому всем удачи, пока. Следующей серии на другой карте. Всем пока-пока.